Наш мир в опасности. Чтобы спасти галактику, мы обязаны найти 4 киберключа, прежде чем десептиконы воспользуются ими во имя зла. Такова наша миссия. Лихач, Искривитель, Вектор Прайм, Фугас, Пулёк, Оптимус Прайм. Трансформироваться и вперед! Wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Трансформеры Кибертрон. Где это я? Меня окружает черный туман. Тьма. Погоди-ка, я вспомнил. Меня уничтожили. И тем не менее, я остался. Я призрак? Это Мегатрон. Но как такое возможно? Какая разница? Погоди, давай это выясним. Что выясним? Надо разнести его на кусочки, пока он не причинил неприятностей. Давай. Хорошо, а то у меня очень плохое предчувствие. Похоже, он опускается по другую сторону этого здания. Даже будучи призраком, он действует мне на нервы. Мегатрон. Его искра еще сохранилась. Что это, охранник? Оптимус, мы потеряли связь с Джолтом и детьми. Плохо. Вектор Прайм, проверь, что с ними. Мы будем следить за Мегатроном. Угу. Рампузон, держись, парень. Мы еще не научились играть на скрипке. Давай, Рампузон, ты не можешь оставить меня. Мегатрон. А? Это Мегатрон. Он вернулся за нами. Это Рампузон, босс. Он уходит от нас. Все в порядке, Рампузон. Мегатрон идет. Он знает, что делать. Сюда, Мегатрон! Скорей! Помоги ему, Мегатрон! Ты слышишь меня? Сюда! 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 Что-то случилось с Рампузоном. Мегатрон! Босс! Скорее! Я думаю, он скоро отключится! Ты это видела? Что там такое? Не знаю. Поднимись, мой слуга. Боже, что он делает с ним? Рампузон! О, ужас! Боже, это так больно! Что? Что он сделал? Привет, грабитель. Как дела, малыш? Хорошо. А как ты? Шутишь?
Хорошо, как никогда. Ну, ты приобрел новый вид, да? Не так ли? Новый вид? Наверное, можно и так сказать. Или же новый я. Невероятно. Я думаю, я никогда не ощущал себя так хорошо. Или таким всемогущим. Пойдем, что-нибудь разрушим. Похоже, я переделал Крамплзона по своему подобию. Это из-за этого черного тумана? Этот черный туман, не может ли он быть тенью искры Юникрона? Мы победители несчастья! Благодаря успехам Юникрона моя гибель сделала меня еще сильнее. Это была Оверлайт. Попугаем ее. Мне нравятся твои новые манеры, дружище. А чего прячешься, Оверлайт? Ты же не боишься, да? Вперед! Ты знаешь, мы можем победить этих клоунов. Оверлайт, выходи, поиграем. Автоботы, у меня для вас сюрприз. Темная басюка! Что это было, а? Что это было? У-ху! Ты покончил с двумя одним ударом, дружище! Что значит покончил? Я только начал! Ну, ты уже выбил из них дух! Да, а теперь мы повеселимся по-настоящему. Кнут, тебе не нужен омега-шлюз. Что тебе здесь надо? Скажем, я хочу реванша. Извини за прямоту. Еще автоботы. Неужели они думают, что могут победить призрака? Коби, Лори, следов борьбы нет. Нет, они никогда не ушли бы сами. Может, мониторы безопасности что-то записали? А что? Где? Что? А где миниконы? А? Верните миниконов! Ой, вы меня так напугали, что я лучше убегу. Пока! Вернись! За ним! Отшельник? Оптимус, у нас проблема. Отшельник похитил миниконов. Что? Что с детьми? Дети, пошли за ним. Нет, нам надо найти их. Разорви тебя, Кнут. Есть более важные вещи, чем твое эго. Речь идет о жизни. Не поймаешь. Подойдет пулемет, мне нужна ваша помощь. Лихач, прикрой. С радостью. Большое спасибо. Эй, вернись немедленно! Черт! Я охотник на монстров, а не призраков. Мы зря тратим энергон. Я поцарапал тебе краску. Какой я неуклюжий. Что такое, Оверлайт? Стареешь? О, ты опять промахнулся! Дайте профессионалу дать мастер-класс! Я покажу тебе свои бластеры! А? Что это? Я тебя не слышу! Ах, ты маленький! Ты же знаешь, я готовил нечто специальное для тебя! Это дождь полного разрушения! Что теперь? Прыгающие коленвалы! Бойтесь моего гнева, автоботы! Прекратить огонь! Оглянитесь, десептиклоуны вновь полны боевого задора! И это благодаря тени их павшего лидера!
Если мы хотим победить, надо разделаться с Мегатроном раз и навсегда. Конечно, надо разделаться с ним. Но как? Даже если я найду его, я не смогу это сделать один. Не делай глупостей, Мегалев! Конечно, Фугас, конечно, я сделаю именно глупость! Мегатрон, я иду за тобой! Используй свой киберключ, дурак! Дай мне шанс, Нерл! Отлично! Пора шинковать! Впечатляет. Но абсолютно бесполезно. Нет, назад! Что? Не может быть. Неужели Мегатрон вправду ожил? Ожил, да? Ну ладно, хорошо повеселились. И у меня есть еще это. Что это? Убери это от меня! Оно обретает форму! Может быть. Лапочка, да? Я назову его Немезис Брейкер. Немезис, покажи, кто настоящий король джунглей. Убирайся, притворщик. О, нет, он не притворщик. Он такой же реальный, как и ты, Мегалев. Что? Как? Оптимус ведь не знает, да? Он не знает о темных мыслях, что ты таишь в глубине себя. Но Немезис Брейкер создан из твоей темной стороны, и эта тьма принесет гибель всем автоботам! Никогда! Не слушай его, Мегалев! Он морочит тебе голову! Я знал это! Я убью эту десептикошку! Честно. Хорошая киска. А сейчас сделай вот что. Ты должен подключиться в режиме темного когтя. Наконец-то окончательное проявление моих темных сил. Режим темного когтя. Новые силы Мегатрона тебя совсем не интересуют, да? Наоборот, больше, чем ты. Черт, вернись! Он с тобой разберется позже. Лучше бы ты оставался призраком, Мегатрон. Этого избавило меня от забот.
Оптимус Прайм! Хочешь побороться в рукопашную? Я более чем рад этому. Мегалев. Пора подключаться. Думаю, ты уже проверил вон тот вулканический остров. Отшельник слишком труслив для него. Я связался с полковником Франклином на планете Земля. Он сказал, что остров был вычищен. Ну черт, Коби, я же дал тебе коммуникатор. Почему ты не отвечаешь? Если бы мы только поймали этот глупый коммуникатор. Сейчас я его поймаю. Вот он, и вот он уже уплыл. Коби, он летит к тебе. Я... Стой, стой! Прекратите! Нам же надо выбраться отсюда, чтобы помочь Джолту и... Ты можешь это сделать, Мегалев. Я рассчитываю на тебя. Готов. Я порву вас на куски. Давай, Мегалев, поставим этого хвостуна на место. Я с тобой, Оптимус. Можешь на меня положиться. Начинаем! Режим дикого когтя! Ну вот, Мегатрон. Твои доспехи Юникрона против Матрицы Лидерства. Мегалев против Немесис Брейкер. Ты против меня! Пусть это будет нашей последней битвой. Прямо на бегу, да? Попал! Здравствуй, новый король планеты скорости! Король Крамблзон Первый! Мне нравится! Ну, хватит! Я наслушался бреда на год вперед! Вот вам, клоуны! Яблочко! Король! Да? Тебя только что короновали! Хватит развлечений. Ты готов, Мегатрон? Я всегда готов, Оптимус. Уж ты-то должен это знать. Начинай. Всю силу, Мегатрон! Взаимно! Все в укрытие! Агент Аргас! Клянусь великой искрой! Мегатрон, я... Мегатрон! Нет! Черт, он обыграл меня! Высокий темный мерзкий здесь, Оптимус! Несется так, словно за ним все черти гонятся! Похоже, он нацелился на мега-шлюз! Конечно! Мегатрон всегда стремится к власти! Нам надо остановить его любой ценой! Автоботы! Вперед! Для меня нашлась рыбка покрупнее. Рыбка покрупнее? Это оскорбление. Бедный Оптимус так любит дешевый театр. Беги, беги, Мегатрон.
Потому что за тобой гонится лучшая команда в галактике, которой есть за что сражаться. За то, чего тебе никогда не понять. Нечто более важное, чем власть или слава. Они сражаются за мир, дружбу, безопасность и счастье каждого во Вселенной. Вот почему они сражаются. И почему мы никогда не перестанем сражаться, пока не победим тебя раз и навсегда. Главный режиссер Хироюки Кокуда, режиссер Мануба Оно, художник Такеши Кумазен, оператор Аюми Ушиджима, композитор Кейси Монро, по рассказам Аарона Ачера, исполнительный продюсер Стивен Друкер. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу СТС.